Друзі, телеканал «Миколаїв» представляє програму «Стоп-кадр» в студії Аніта Рашевська. Чи легко бути цікавим дітям, ми з вами дізнаємось в нашій сьогоднішній програмі і послухаємо вірші у виконанні автора. 5 часов утра, я как подорвался, вот проснулся, звоню ему, говорю: Леша, не продавай, я понял чего, ему ж не только по печени, ему и в лицо били явно перед смертью. Когда ты пишешь, это одно, а когда тобой пишут, это совсем другое. Эй, скажите мне скорее и немного поскорее, почему у раков-каков нету пуху, перьев нет. Хорошо, что люди читают поэзию. Поэзия – это уникально. Это вообще считается это самый сложный вид искусства. Хто з нас не писав вірші у дитинстві? Але далеко не кожен зберігає це натхнення протягом життя, яке, як дорога, в'ється між пристрастями та бажанням встигнути все. Не захоплюватися міражами і водночас не втрачати натхнення, вміє наш сьогоднішній герой – поет Геннадій Борисов. Друзі мої, ви, звісно, замітили, що везде своя жизнь. Везде, куда бы ни попали. Вот там за стеклом, там плавают люди, потому что мы находимся в бассейне Водолея, но не в самом бассейне, а вот здесь вот в его окрестностях. Вот там вот в клетке сидят на жердочках попугайчики, у них тоже своя жизнь, и у вас своя жизнь, телезрители. Но знаете что? Давайте наши жизни на небольшой период времени соединим. А соединив, посмотрим, что получится. И сейчас я вам предлагаю побеседовать с одним очень-очень и очень интересным человеком. Это поэт Геннадий Борисов. Мы сейчас с ним попьем чай и вместе с вами, конечно, друзья. Тем более, что совсем недавно он презентовал, наш герой, поэт Геннадий Борисов, свою новую книгу, которая называется «Еще одно собрание сочинений». Я вас предупреждаю, телезрители, у нас очень интересный герой. И вот это название «Еще одно собрание сочинений». Геннадий, я вот телезрителям говорю, что везде своя жизнь. И каждый человек свою проживает жизнь. Но поэт проживает не свою жизнь. Поэт проживает жизнь очень многих людей. Потому что стихотворение – это, наверное, некий синтез, в котором аккумулируется много-много жизней, да? Я не знаю, наверное, да, потому что жизнь разная, как у всех, вот. В том числе и у меня. Бывает черное, бывает белое, бывает цветное, всякое бывает. Бывает, я что-то создаю, какие-то конструкции, допустим, в поэзии, а потом это все сбывается. Что чаще всего происходит, что сбывается. Ну, если так вот, то вот так. Вы поэт, который пишет стихи, и они сбываются, друзья мои. Представляете? Все, что написали, все сбывается. Да, ну все. Если учесть, что там 8,5 килограмм, то я на килограммы меряю. Я не считаю стихи количество. Ну, потому что, а зачем? Там просто, ну, всякие были периоды, там я писал, ну, много очень сбывается. Почему бы нет, да? Итак, Геннадий, вот, видите, вы пишете о жизни, о которой мы сейчас и говорили, что везде своя жизнь. И вот в этой книге, которая называется «Еще одно собрание сочинений», в ней тоже своя жизнь. Кстати, она и живет своей жизнью. Геннадий, здесь очень интересный портрет. Это не ваш портрет? Нет, это не мой. Похож на вас? Нет, это я расскажу историю этого портрета. Я покажу сейчас. Это у меня есть друг Алексей Маркитан. Да, ну, это очень известный художник. Достаточно сказать, что он вошел в большую энциклопедию Великобритании, как отец необарокко. Ну, и в сюрреализме работает много. Там, в общем, интересный художник, интересный. Я чую художников, это все нормально. Он очень хорошо меня понимает. А вот эта картина называется «Спас». Называется «Спас». И я когда ее увидел, эту картину, значит, я говорю: Алексей, не продавай. Я не знаю, сколько она стоит, я буду по частям платить, но по этой богатству это вещь несовместимая достаточно. Вот, то есть нужно что-то одно выбирать. Вот. Я выбрал поэзию. И я, в общем, ему за год как-то так потихонечку сплатил за эту картину, и она теперь украшает у меня дома, значит, она висит. Эта картина писалась для Женевы, вообще-то. Вот. Но если обратите внимание, здесь на переносице лейкопластырь наклеен, да? И я же ему тоже поначалу говорю: Алексей, ты с ума сошел, что ты делаешь-то? Ну, это же понятно, кто это написан, да, если это «Спас». А он говорит: ты не торопись, вот потом, да, чуть попозже. 5 часов утра, я как подорвался, вот, проснулся,
Звоню ему, говорю: Леша, не продавай. Я понял, чего. Ему ж не только по печени. Ему и в лицо били явно перед смертью, перед тем, как распять. Ну, пусть Господь меня простит, но я так думаю, что там было много чего. Издевались же, как хотели. И ну, это нам напоминание. Это нам напоминание, что да, он за нас пострадал. Ну. И я думаю, что вполне уместно, если вы почитаете, Геннадий, чтобы телезрители услышали, не только увидели вас, но и услышали вас в действии, как поэта. Дома как защита, дома как крепость. Дома скрывают болезни и серость. Дома наполняют жизнь обманом. Что станет лучше, когда они с нами? Дома — это память о прошлом и сне. Дома корнями в тебе и во мне. Дома рассыпана радость и соль. В дома заселяют надежду и боль. Дома — титанический труд и мечты. Дома — зачехленные страсти и мечи. Дома — закрытые двери и окна. Дома — это кладбище хлама в балконах. Дома — это тюрьмы и слабость наша. Дома — это тернии, груза, поклажа. Дома, где мы встретим смерть и конвой. Дома — это в жизни рожденная вновь. Такое у вас стихотворение в стиле, можно сказать, даже сурового марша. Я не знаю. Вы знаете, я пишу, пишется по-разному. Когда идет, я стихи свои делю на хорошие и гениальные, да? Ну, это нормально все, это нормально. Гениальные... Конечно, да, вот гении, телезрители, не просто так, это гений. Спасибо за гений, это нормально. Я вам просто что хочу сказать. Просто, когда пишешь, когда ты пишешь, это одно, а когда тобой пишут, это совсем другое. Когда идет поток, и ты его просто успеваешь записывать, и здесь, ну, это просто, просто класс, просто здоровский там. А ты потом проходит какое-то время, ты возвращаешься к этим стихам, читаешь, понимаешь, что это не ты писал абсолютно. Ну, и да, это я писал, да, это, ну, все, все в порядке, но... Ну, ты так думаешь, ого, ого, ну, то есть ты сам понимаешь. Ничего себе я написал, да, Гена? Нет, вот это не я написал как раз, ну, я писал, да, ну, в общем, это сложно и просто все, для детей, то, что я пишу. Это же вообще там, такое уникальное все получается, то есть ходишь, потом брат что-то щелкает в мозгу, короче, и пошло-поехало, короче, и там у меня... Это отдельная, собственно, страна, вот, которую я создаю. Страна детства Белибия, да? Вот я ее так назвал, Белибия. Я ее давно, я уже лет 20, наверное, создаю эту страну. Потихоньку пишу, пишу, там, значит, уже как-то вроде бы не потихоньку, вроде как-то уже и много получается. И как-то делали передачу обо мне, для Москвы делали. Я тогда сказал, я как чукча, да, вот что вижу, то и пишу. Значит, да, ну для деток. А деток... Все психологи, все детские психологи, да, вот даже у кого-то нет детей или есть дети, все психологи. Я не психолог детский. Я просто... Я хочу немножко украсить их детство. Я хочу просто... Немножечко напомнить им, что они все-таки дети. Да, конечно. А что ж получается? Это война непонятная. Это все вот это вот... Ну, это нищета. То есть много есть негативного. Это самое, ну, вот... Телезрители, вот вы знаете, действительно, наш герой Геннадий Борисов, он пишет для детей, ну, во-первых, сами по себе книги очень красивые, вот, например, очень веселая книжка с картинками, или книга, которую тоже недавно презентовал Геннадий, называется «Стуль». Удивительные картинки, но еще и удивительные стихи для детей. И мне кажется, что, Геннадий, вот вы читали взрослое стихотворение, давайте... Прочтите стихотворение для детей, но и взрослые с удовольствием, надеюсь, послушают стихотворение для детей, но и для нас с вами, взрослые, потому что мы ведь тоже дети. А вы знаете, там ну, простите за такую серьезность, да, то есть там не сказано, что дети и взрослые, там для него мы все дети, вот как-то так. Я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить издательство «Иллион», Анну Валерьевну Румянцеву, за то, что она, в общем, терпит меня и издает меня. Там потихонечку, там, как-то правдами, неправдами, как-то там, значит, да, издает. И ну, спасибо вам, Анна Валерьевна. А сейчас для детей. Ну вот, знаете, вопрос. Почему раки без перьев? Ну, у птиц есть, а у раков нет. Ну, как-то да, действительно, непорядок. Непорядок, да. А вот я и пишу, значит, свою версию, значит, этого... Эй, скажите мне скорее и немного поскорее, почему у раков-каков нету пуху перьев нет? Было очень так давно, было раков так полно, что везде и чуть за ухом зарастали перепухом.
Дядя шел хромой без ног, уронил в реку сапог. Ведь когда нет две ноги, не нужны сапоги. В той реке водились раки, знаем раки забияки. Правый кирзовый сапог раком домиком быть мог. Раки раков защипали и усами щекотали. Если ты увидишь дядю возле речки без ноги, ради беспушистых раков никогда не подпустим. Чтобы раки друг у дружки пухи перья не щипали, а к зиме хотя бы согреться, за ростами зарастали. Вот поэтому, поверь мне, нет у раков пух и перьев. Вот так вот, телезрители, теперь вы не будете задавать вопрос, почему у раков нет перьев и нет пуха, а есть панцирь. Но еще, Геннадий, какие стихотворения, которые... Вот действительно, детские стихотворения, но одновременно с этим они и для взрослых. Они не совсем детские. Я, вы знаете... Я вот, вот, вы какой поэт? Вы детский или взрослый? Или вы просто поэт? Я просто поэт. А вы знаете, я 27 лет писал в стол. Это мне хорошо, спасибо, жена по печени не дала, говорит, иди и сдавайся. Короче, я пошел. Ну и первая книга у меня, вот «Малое собрание сочинений», вот это, да, оно пахнет мандаринами и елкой. То есть я ее наморозил просто, как Дед Мороз. В общем, да. А ну, дальше уже там уже другие истории. Но я просто помню, что хочу сказать. Мои стихи почему-то для детей лучше воспринимают дяди, да, и мальчики. Ну, они визуально же видят это все. То, что я читаю, там, допустим, они визуально видят. Бывает, я делаю презентации книг вот своих, да. Будете смеяться, у меня дома своих книг нету, по большому счету. Вот этих двух книг точно нет. Я что-то с дуру все продал. Ну, короче, я не знаю. Я-то пошел в библиотеку и взял в библиотеке. Я пошел и взял в библиотеке. Это вот, вот так, короче. Вот уже хорошо, что есть уже библиотека в моей книге. Вот. И вот я сейчас прочту про Машку-козу стишок. А дело в том, что это реальная коза. Это, ну, тещина. Ваша знакомая коза. Да, да, Машка. Ну, там, конечно, то, что там было, это такого не было и не делал, понятно. Ну, тут же я же вроде как взрослый, там, да, вроде как, да. Но когда пишешь, я пишу, как сказал Гладышев Владимир Ильич, это доктор филологических, знаете, да, на его, да, это профессор университета, да, Белинского, он сказал, Геннадий Валерьевич, ты пишешь на языке детей, ты не для детей, ты на языке детей пишешь, и, ну, детки меня хорошо понимают. Вот как-то был случай не так давно, я написал про самолеты-летители, вот они рисуют картинки, когда летают, да, вот на небе. А мы эти картинки смотрим, но сами самолеты мы не видим. И когда я спросил у двух мальчиков, значит, вы понимаете, о чем идет разговор? Они сказали, дядя Гена, мы прекрасно понимаем, вот когда мы видим реальный самолет, это самолет. А когда он там, и мы его не видим, это парины-летители, понимаете? Да, и, кстати, сколько, вот у меня очень много словотворчества, у меня, создаю новые слова, значит, а у детей вообще море. Я иногда вот как слушаю, как дети общаются, ну, нормальные дети, да. Вот как они общаются, это все. И детский мир, он, конечно, настолько шикарный, настолько его много всего. Я иногда просто купаюсь в этом всем. Вот по Машку-козу. Там, где большой огород, козочка Машка живет. С большими рогами, кривыми ногами, с очень большой бородой. Мы тряпочку с дыркой возьмем и рожки у Машки натрем. Щеткой почистим ей зубы и яркой помадой губы. А после щетки с водой причешем шерсть с бородой. Выкрасим пудру и тени. У Машки ура, день рождения. Похоже, коза смотрим сами на тетю с хвостом и рогами. Дети ржут, короче, это стихотворение. Ну, нормально. Вы с тещей писали стихотворение? Да нет, коза, ну да, с тещиной козы. Зачем? Она женщина, а это коза. Ну, тут разные вещи. Геннадий, будьте добры. Итак, из вашего сборника, который вы презентовали. Ветру подставлю щеки, песчинки ловлю губами. За свои отвечу просчеты, от боли закроюсь руками. Иероглиф любви высвечен, как основа для жизни и счастья. Это новая тема истин, это степень рассуд и крещастья. От тебя всего-то надо, поддержи, если буду падать. Без тебя не нужна мне бравада, выпьем вместе и будем плакать. Телезрители, не надо плакать, несмотря на то, что автор советует вам плакать, не надо, потому что слезы, если даже навернулись на ваших глазах, то это должны быть слезы радости. Это хорошо, когда люди, когда у них есть желание
читать. Желание слушать. Конечно, ну даже не столько поэтов, читать, вот что-то как-то душу чистить вот этими вот, ну, стихами. Ну, я не говорю, что именно моими. Вообще хорошо, что люди читают поэзию. Поэзия — это уникально. Это вообще считается, это самый сложный вид искусства, потому что то, что приходит и уходит, оно как, откуда оно берется, я не знаю. Но так как-то. Давайте еще почистим душу. И мне почистите душу, и телезрителям тоже, Геннадий. Ну, вообще-то стихи посвящены, это вот во второй книге у меня, значит, называется «Седые мальчишки». А почему я ее написал, это стихотворение? Оно посвящено вот, ну, памяти павшим Великой Отечественной войны. Меня всегда немножко не то, что возмущало, ну да, возмущало, что перед боем народ спаивали. Ну, чтобы, я понимаю, что это все надо было это пережить, этот ужас, что натрезво это все. Но то, что мальчишки 18-летние, 20-летние пили спирт, вот, ну, вот немножко об этом. В той страшной войне, где спирт пьют как в воду, простые мальчишки простого народу не знали, что ждет за новой высоткой. Счастье, что выжил, покойная сотка. Страх и метание мыслей и тел, крови узоры и трупов пробел, рты, позабывшие смех и улыбки, ямы от взрывов, металл и ботинки, холмики тел и свада сгнили, и санитары, чтоб не забыли. Мальчишкам, познавшей смерть и свободу, жизнь переходит, как речку, без брода, там, где остались лишь ужас и страх. Мальчишки войны с мечтой в глазах, чтобы судьба даже на пробу никого не заставила пить спирт, как воду. Седые мальчишки, лет 20 труду, простые мальчишки, простого народа. Да, очень интересный взгляд у вас на воинов Великой Отечественной войны, но это правда, и эта правда отразилась в стихотворениях Геннадия Борисова. Геннадий, вы сказали, что Шекспир у вас украл идею. А ну-ка, расскажите эту историю. Какую идею у вас украл Вильям Шекспир? Это вы читали предисловие к первой книге. Там, ну, понятно, а кто еще может украсть у меня, только никак не Шекспир. Идея была такова, значит, там, ну, история датского маньяка. Ну да, действительно, там как-то вот тут так много смертей. Вы почитайте, что у него там только одна такая позитивная. Это что... и есть жизнь. Ну, жизнь. В жизни, да, много смертей, к сожалению, да, да. Геннадий. Помню, да, в Дании начинается, как у, ну, моему собрата по Перу. Дания, конечно, как положено все. Растаял свет, таил метела свет, прозрачный пуск из Юмина ракет, прогдали цвырни ахиллесовый фокстрот, прутины мира в анемилую простот. Угдюны в свыр, шурумы, шумы, шулива, и запах захопов успенный манева, суты простиновы, коленевы сумы, пруты, ниты. Ног волокно из посмирет, аграин мучива, аграин, секунду. Ступи, ступи, ступива, аграйн мучива, аграйн и свела. Свалились кони восторсванные воржи, стужи, мыжи, свежи. Ног волокно из посмирет, окно из лучка облаков преддверий гроз. А, запах слез, сексуальный поз, облаков, маков, пирамид. Дрр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 рr. Поезд, взорванный покой, дождинок светом перебой, хромой косой свисов на землю, велюешь велю велину, разбатровенный молот, дождь. Велине объявит войну, взревенство час, возрежье в стон, сон, унисон, простом, дождь. Все, затихает? Ну, вот так. Да, вы еще и... Атмосферно его создать. Геннадий, вы еще и не только поэт, не только веселый человек, который умеет даже в грустном увидеть смысл этого грустного, но вы еще и человек, который настоящий Дед Мороз. Вдруг дети видят. Да, это мне в 13-й школе, в 80-м году, был самый высокий мальчик,
Мне одели костюм, дали пинка, говорят, иди морозь. Я говорю, иди, все нормально, все получится. Я пережил Брежнева, я пережил всех наших президентов, всех наших, ну, Советского Союза, да. Ну, этих наших тоже, ну, не, еще не всех пережил, но, собственно говоря. Раз, вы знаете, Новый год, это для меня это что-то с чем-то, ну, там немножко зарабатываем, понятно, не без этого. Но вот тот позитив, который приходит вот, с детскими улыбками, с криками, со всем с этим, вот, когда взрослые радуются. Опять же, вот тоже интересно, вот я делал на этот Новый год, делал в квартирах одну игру. Сейчас вы будете поражены. Детки, да, ну там, ну, разные по возрасту, там есть постарше, есть поменьше. Я покупал в секонд-хендах рубашки, да, ну такие уже, такие подешевле, понятно же, расходы поменьше были. Я говорю, вот дети, вам взрослые или в школе разрешают рвать рубашки? Они говорят, нет. А дед разрешает, да. Вот. Вот кто за 3 минуты на большее количество кусочков порвет эту самую рубашку, это что-то. А они так рвут с таким криком, с таким визгом. Короче, рвут эти рубашки, там летит все, так, это самое. Ну вот что это такое? Ну, я не знаю. Ну, дети же вот делают, им это нравится. Ну, вот как-то вот, ну, даже рвать рубашки, так видно, так надо. А еще одна игра, называется, очень длинное у меня название, но это я тоже делаю только на квартирах. Называется «Спасибо вам, соседи сверху, за такого Деда Мороза». Да. Я заставляю всех взрослых и детей залезть на, значит, на диваны, да, и выигрывает тот, кто громче, мы прыгаем все вместе, да, с дивана, дети и взрослые. Но кто громче прыгнет, тот и получает приз от Деда Мороза. Представляете, вот этот человек, бывает 10, как прыгнет, аж вот так все шатается. Вот в общем, так... вы шутник и озорник, Геннадий. И я думаю, что хотелось бы еще услышать из ваших уст живое слово ваших стихотворений, чтобы телезрители запомнили вас. И когда им попадется книга, и они увидят автор Геннадий Борисов, чтобы телезрители сразу вспомнили нашего сегодняшнего героя и обязательно купили или приобрели эту книгу. Давайте, будьте добры. Жизнеутверждающее стихотворение. А можно 2 коротких? Давайте. Да? А я что-то так вспомнил. Это, один называется «Сделанное в Японии». Оно короткое очень. «Сплету венок из мыслей и причуд. Постой, не уходи. Как холодно вокруг». Все. Ну, такое. Коротенькое. Так. Телезрители, не уходите. Еще не все. Еще стишок. Ну, давайте из такой, из того, что помню на память. 10 минут называется. Каждые 10 минут я вдыхаю эфир твоей тени, и уходят сомнения в забвение. Каждые 10 минут, каждые 10 минут пью любовь, как сладкое зелье, веря в счастье свое и везение. Каждые 10 минут, каждые 10 минут, как улыбка твоя, молодая луна, в этом счастье мое и немного вина. Что лечу я, слетаю с ума в ожидании губ молодого вина каждые 10 минут. Ну, так. Вот я хочу нашим телезрителям, да, можно пожелание, вот побольше любви, вот в жизни, вот чтобы 10 минут это было постоянно у вас в жизни, чтобы вы любили, чтобы вас любили. Все остальное придет, наверное. Я не знаю, даже что-то, если не придет, это не самое страшное. Человек счастлив только, когда он любит, и когда и любит его. Это вот настолько здорово, особенно, когда он умеет любить. И вы знаете, я сейчас скажу несколько серьезную такую вещь. Я долго искал ответ, что такое любовь, да. Искал, а оказывается, там настолько все просто. Там в Исходе, по-моему, в 18 главе, если не ошибаюсь, там написано, это дар Божий. Нам Отец дал это все. Но кто-то похабно к этому относится, который, ну, вот... У вас, я думаю, и у меня много людей, которые к любви относятся, как я не знаю к чему. Это не страсть, это больше. Я, кстати, написал статью, есть у меня статья, детям объясняю, что такое любовь. Это когда, вот как определиться, что любишь или нет, да, вот если тебе человек делает добро, что-то хорошее, и ничего не просит взамен, вот это любовь. А если просит взамен, значит, это корость. И все. И поэтому мы, когда выходим из маршрутки, тоже, кстати, вот, и мы говорим разные вещи. Спасибо, да, или благодарю. Так вот, вы когда даете деньги, это благодарите. А когда спаси он, спасибо, да, это вы желаете человеку всего самого хорошего. И любви вам, чтобы было на всю жизнь. Вот такого же я хочу пожелать нашему.
Сьогодні, друзі, ми з вами спілкувались з миколаївським поетом Геннадієм Борисовим, який має свою особливу думку стосовно життя, що відображається у його творчості. Я, Аня Тарашевська, прощаюсь з вами. На все добре.